700 курсантов представляли в этом году Рязань на главном параде страны. Курсанты 1-го, 2-го и 3-го курсов училища ВДВ, а также офицеры Рязанского, Гвардейского, Высшевоздушного десантного училища имени Маргелова. Воины прибыли с парада Победы на Красной площади и сразу по возвращению в Рязань прошли торжественным маршем по Первомайскому проспекту и площади Победы под строевые песни. А Николай Любимов, на тот момент еще губернатор, произнес напутственные слова. Время не сотрет народную память. Никто не отнимет у нас нашу победу. Она для нас священна и будет жить в грядущих поколениях. Всегда. Никто и никогда не заставит нас отказаться от своего прошлого, от своих корней и своих героев. В их честь сегодня по всей России и во многих других странах прошел бессмертный полк. Состоялись военные парады. Наши ветераны сегодня знают, что мы не позволим возродиться нацизму. Будем бороться с любыми его проявлениями. Также самоотверженно защищать и страну, и мирных людей. В память о выступлении на главном параде страны военным были вручены памятные знаки участнику парада в Москве на Красной площади. Товарищ главный полковник, самый крайний уважаемый пиво. Товарищ главный полковник, самый крайний уважаемый пиво. Также Николай Любимов передал для храма Рязанского десантного училища икону – образ огненного вознесения пророка Илии. Праздничные мероприятия на этом не закончились. Хедлайнером вечера стал артист Дмитрий Харатьян. Со сцены звучат песни военных лет. Слова их знакомы каждому, так что рязанцы подхватывали строчки вслед за исполнителями. Очень здорово, очень приятно, когда зал с тобой вместе поет, когда все аплодируют, когда кричат. Людям всегда нужен праздник, тем более такой важный, такой серьезный для нашей страны, как 9 мая, День Победы. Национальный праздник, самый большой и самый значимый. Зритель очень хороший, добрый, теплый, отзывчивый, да. На такую публику всегда очень приятно работать. Такого формата предприятия обязательно нужны, тем более в сложное для нас сейчас время для поддержки боевого духа. Торжества, посвященные Дню Победы, завершились традиционно. После концерта жители и гости города смогли полюбоваться праздничным салютом, который прогремел в небе над Рязанью.